На початку года у списке хамельчан, которые имеют потребу у поляпшения жилевых умов, было больше, как 40 тысяч человек. Для этих людей будуется жилье на быть, якое они могут на особливых умовах. Так, сёлета частка из них может отримать жилевый кредит по ставках удвоя меньших за ставку рефинансования Нацбанка. Кредит этот будет выдаваться под 50% ставки рефинансирования. На сегодняшний день это составляет 9,5% годовых на 15 лет. Для многодетных семей максимальная выдача льготного кредита – это 95% от стоимости квартиры, для остальных граждан – это 75%. Если на сегодняшний день смотреть кредитную ставки всех банков, то это составляет где-то 15% в зависимости от банка, да, то 9,5% – это значительно уменьшит. На кредитные сродки можно набыть квартиру одним из домов, запланованных специально для этого проекта. Пляцовка для первых рыхтуется по улице Фядюнинского. Дом различен на 132 квартиры, а в дальнейшем тут появится новый микрорайон под названием Фядюнинский. Другий же дом, призначенный для проекта, отримая прописку в 104 микрорайоне. Там будет 63 квартиры. Предугледжены разные варианты по площади и колькости покоев. Каб отримать кредит, необходимо подать заяву в администрацию своего района. Первоочередное будет иметь, конечно же, многодетная семья. Право. Потом в соответствии с указом 195 будет иметь приоритет судьи, прокурорские работники, рядовые начальствующий состав Следственного комитета и граждане, имеющие право на социальное жилье. Жилевый фонд Гомеля будет пополняться и за кошт кропковой забудовы. Так, один дом з'явится по улице Пионерская, еще один – каля ДК Фестивальный. Будовать почнут у этом годе. Еще два дома закладут у микрорайоне Шведская Горка. Дарыча, вызначенные на эту пляцовку планы амаль реализованы. Микрорайон забудовы Будованы на 85%. На чарзе улица Докутович. Там замест приватного сектора в перспективе з'явится 15 шматповерховок. Однако, як хутка сказать, покуль складана. Вы знаете, что снос довольно длительный характер носит, и не всегда нам приходится убедить в сжатые сроки граждан куда-то переехать, либо получить другие виды компенсации, которые положены по закону. Если вы видели, то один дом мы ввели уже в эксплуатацию. В этом году планируем начать дом, будем начинать еще один рядом ставить. Обличье Гомеля будет меняться не только за кошт жилой забудовы. Сёлета плануется поширение Волотавской улицы до 4 полос с обсталеванием светлофорами. Зносить для этого жилые дома не будут. Поширение закранет только частку огороджев и один магазин. Сдадут объект у листопаде. Так само будовники рыхтуют для гомельчан подарунок до Дня Незалежности. 3 июля мы будем открывать набережную. Плитка положена процентов 70. По другим дедогатун тоже порядка на 50%. Будет фишка, малые формы будут. Будет форма. Она скорее будет спортивная, скажем так. Для молодежи. Реконструированный участок будет вытриманы у тем же стиле, что и территория, якая была сдадена ранее. Заместо одной линии осветления з'явятся две. Усе спуски до воды заховают, а малюнок плитки будет повторять белорусский орнамент. Ганна Ковалева, Евген Макеенко, телерадио компания Гомель.